с любовью к женщине. В городском фотоклубе открылась ежегодная выставка работ международного фотосалона. С экспозицией знакомились наши корреспонденты. Выставка «С любовью к женщине» проходит одновременно в 5 странах. В Украине ее показывают в нескольких крупных городах со своими богатыми фототрадициями. Среди множества работ, присланных на конкурс, уже традиционно за последнее время отмечают доминирование авторов из Юго-Восточной Азии. Запорожские фотохудожники в этом году призами удостоены не были. Тем не менее, по праву принимающей стороны демонстрируют в общей экспозиции и свои работы, вполне справедливо считая, мы не хуже. Из новой волны запорожских авторов отмечают снимки Павла Пушкаря. На этой выставке его «Лесная нимфа», «Вращение вокруг женщины» и «Дама в момент голоса сверху». Жанр привлекает тем, что ближе всего к кинематографу, поэтому, наверное, фотография. В отличие от прошлых выставок, в работах призеров этого года считают меньше внутреннего психологизма и драматургии кадра, зато преобладает красивая картинка. Есть несколько сильных жанровых фотографий. Вот китайская работа – это труд матери с ребенком, кирпичи, все это укладка, как-то ребенок за спиной. Все это как-то, понимаете, трогает глубоко вот этот труд, вот эта нищета, что заставляет женщину с ребенком вот так отдавать свой труд. Участие в подобных конкурсах, считают, может стать для начинающих авторов хорошим трамплином в большую фотографию. А как может выглядеть в современном свете женский образ, предлагают оценить в городском фотоклубе.